В Актау завершилось областное первенство по казахскому КВН «Жайдарман». В юмористическом мероприятии участие приняли около 40 команд. И только 3 вышли в финал. Помимо них, позитивное настроение дарили участникам высшей лиги. Более подробно в материале моих коллег. В Актау завершился областное первенство по казахскому КВН «Жайдарман». Специально приглашенный гость, участник команды «Байдын балалары» Улан Мухтыбек оценил уровень юмора в Мангистау. Народ тепло встретил нас. Это говорит об уровне игры «Жайдарман» в области, об интересе среди молодых юмористов. Сегодня я помогаю одной из команд. Играю в постановке. Затрагиваем проблемные социальные темы. За кубок боролись такие команды, как Аташ Сити, Тупкараганас, Сдерышин, Беневский район и Жанаузенский Жалын. Финальная часть состоит из 4 туров. Мы подготовили очень сложные туры нашим игрокам. Здесь будет и песенный конкурс, и стенд со звездой. Главное – показать достойную игру. Наши ребята должны продемонстрировать высокий уровень юмора. Кубок клуба веселых и находчивых взяла жанаузенская команда «Жалын». Второе место за командой «Сдерышин» из Бенил. Третье место выиграли ребята из команды «Аташ Сити». Салтанат Бердибек, Рулан Аметолла, Айна Ахпарат.